Ну, мне все, говорится, ручи-то чужие. Там загородили ход, не проехать, еще это долбит, куда щурки летят. Я сейчас все разбросал и разрубил, и все кончилось. Теперь проход для машин есть. Завтра там, чтобы ни одной веточки не было, ни там, ни где, все на костер увезли. Вот работают так, как будто бы только уйти, что-то разговаривают где-то. У нас задача стоит. Задача оправдать звание христианина. Ведь речь идет не о картошке. И вот стоит что-то, тяпку возьмет, так через это. Она такая острая. Зачем ты ее на шею брал, тяпку? Ну зачем? Я только сказал, не бери. Мы натащили острая тяпка. Вот так вот, ну, палочка-то лежит так, ручка-то, и торчит острая. Любой беги, это лицо все снесет до черепа. Зачем ты это делаешь? Я показал, как нести. Вот так вот, и что справа никто не подходил. 1,5 метра сзади. То есть обдумал все, вы делаете все по-своему. И нигде я не видел, чтобы вы что-то выше придумали. Я делаю, молюсь Богу, а вы кому молитесь, если делаете наоборот все? Не может быть, чтобы два противоположных явления были из одного источника. Из сладкого источника, говорит, не течет горькая вода. И наоборот. Христос сказал. Чуть-чуть смотрю, опять эти начинают надвигать репей, сверху шапку, башлык. Да где вы видели, чтобы так работали? Они солнца боятся, комара боятся, паута боятся. Да один чеченец вас сотню переколотит. Показывают, чеченцы играют вот здесь, бьются друг с другом-то. А русские тоже за стенкой сидят, телевизор смотрят. Вы не нужны на земле никому такие, поверьте мне. У вас шанс в течение месяца изменить отношения. Вот только обернулся, все, тяпает вкус картошки. На одном кусту, там, ну, три бутылька называется этой картошки-то, 20 сорняков растет, так и пошел дальше. То есть совершенно не нуждается. То есть как будто бы каторгу, вырваться домой. Да кто вас держит? Да хоть сегодня родители пусть приезжают. Вам это не надо, а мне это надо. Я перед Богом делаю это. Я сделал все, чтобы вы были другими. Вам это не надо. Вы привыкли сидеть в домашних условиях, но не будешь на все время. Родители раньше тебя умрут. Тебе ничего не придется делать, как воровать, только воровать и больше ничего. Потому что жрать надо. А тебя там быстро посадят и даже говорить страшно, что с тобой с таким сделает. Ты себя не защитишь. Будешь там в тюрьме, папа, мама. Срамота одна. Я с малолетними преступниками работал несколько лет. Чтобы попасть в больничку, там, в тюрьме, а туда берут только болеют. Его повели на допрос. Он подпрыгнул на лестничной площадке и падает на задницу, чтобы копчик сломать. Понимаешь, нет? Глотает бритву, чтобы там что-то порезать, потом операцию делать, он в больничке в это время побежит. В больничке! Под опытным животным обезьяны. И он себя калечит как угодно. И никому не пожалуется. Вчетвером держит тебя, параша, куда отправляется, говорит, это дерьмо, вниз головой тебя туда толкать будут, и будешь хлепать. Притом это не где-то в Барнауле, это в любой тюрьме. Я был в Ташкентске, это ужас просто, понимаешь, кажется, на себя бы руки наложил, но ко мне никто не прикасался. Не можно представить, все время у тебя положение вот такое, маленько погодя, опять, как будто бы какой-то Чарли Чаплин. Пришел маленько, говорится, накрутил, все, пошли работать. Друг за друга прячется, ходит где-то, обязательно вдвоем, он один не может, он скучный сам себе этот человек. Обязательно тебе с кем-то надо столкнуться, чтобы поговорить. Кирилл такой же, про это уже и говорить не надо, за кустом даже будет лежать полдня. Понимаете, это другое поколение, мы так не делали. Нас выводили на поля, тогда не было отравы. И руками, голыми рвать осот. Осот, он колючий, все руки в крови. И никакой воды мы не помним даже, что было. Я возле учительницы был. Она скажет, как работал этот мальчик. Там, думаю, это похвала тебе. Родителям скажут. И ничего за это не платили, ничего. На жаре. Изо дня в день. А было в 6-7 лет. Я гляжу, какие вы никакие. А как, помогло мне это? Я в школе был, у меня слух, то слышит, а нет. Я не знал, какой урок задали. Я учил на 2-3 урока вперед всегда. Это помогло мне самостоятельно изучать все, что я изучил.
любой мой недостаток послужил мне на пользу. Потому что он был, как результат природы. У меня был удар тут и перепонку пробило. Вот у меня, видишь, вот рвануло как. Это взрыв был. Вот немец меня оторвал палец. Немец. Но я живой остался. Вы ничего этого не имеете, да и хорошо, что телефон! Не имеете. Телефон. Видите, я рядом и не слышу. А мне нужды никакой нету. Говори. Слушаю. Да, конечно, ну как ты выйдешь-то, когда у нас тут ничего этого нету? Вот он рядом стоит, говори. Алло. Привет. Держи руку. Руку я держу от телефона. Что за жила? А нога? Да, она у меня и не болела. Нет! А где пакетик, в котором бумеранг, летающая тарелка и какой-то мячик с звездочками? Ну, давай, заканчивай, скажи, все. С игрушками, с бумерангом, летающей тарелкой и каким-то мячиком. Мы за стол садиться сейчас будем, скажи, папе. Мы обедать идем. Хорошо, мы обедать идем. Ну, поговорил, поговорил. А, ты смотри ролики, ты в них увидишь его. Как мы вот сейчас разве... Ну, еще, а? Я не, он никогда ее не поднимает. Вот только... Ну что пел? Он и здесь запел. 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 Все нормально. Ты внимательно только смотри, и ты увидишь. Вы не могли ему дать то за 7 лет, что он получил здесь за 7 дней. Да потому и опускает, что он внежизненный. Он не может в коллектив войти, ему никто не нужен. Он все время сзади идет, он ни на кого не смотрит. В какую сторону идет, он ни на что не смотрит. А сейчас он начинает смотреть уже. У нас тут такие ребята боевые, девчата красивые, а ему это не надо. Ну, все, отошел. Ты понял? Батугин, напрягись. Порадуй папу. Так, ребята. Вам хоть что-то маленько понятно, что я говорю? Да, вообще интересно. Потому что вы придете, когда возраст, пусть скажете, неужели я такой был балбес? Неужели я не понимал? Вот мы картошку в прошлом году тяпали, тех людей нету, а картошку едим. У нас на костер завтра опять будет. Вы что делаете, кого нам в следующий год не будет? А картошка опять у нас будет, у нас все есть. Становитесь. Если я словами не пробил, то это пустое. Так, подожди. Значит так, иди сюда. Почему ты в носках? Да, это когда... А? Ну, это когда мы с Обалой играли, забыла это... Ну, что ей надо? А будто забыла она. Ну, что, поранена нога, что ли? Нет. Ну, так сними их. Она когда в вышибалу играли, она забыла обуться. Она сняла кроссовки, чтобы было удобнее бегать. А потом хорошо. Одеть. Хорошо, было. Сейчас вас можно снять? Может. Но почему не снять-то? Ты могла стоять босиком? А ты неси их туда, брось. Ну, мы договорились, с непораненными ногами, те красавицы стоят тоже. У нас в уставе это написано. Снимайте обувь. Ну, не надо это. Вы это делайте не то, что надо. Скиньте. Это ради вашего здоровья. Устав, спорить не надо. Жаркую погоду, с непораненными ногами, ходить босиком. Надо еще одеть. Я босиком, так этот стоит тоже. Она снимать? Ты почему обувь? Подожди. Ну почему?
Ну не надо это, понимаете, вы придете и вот скажете, неужели я могла в таких маленьких вещах сопротивляться? Это обдумано. У тебя опыта никакого, одна неделя, у меня 44 года. Ну сравни одно с другим. Я, наверное, знаю, про что говорю. Это особая система, подошва, куда что нажимается, это относится сердце, твой грудь, глаза. Все там относится, на подошве, на левой, на правой. Мы специально вывешивали, что, где, а как узнать, а ходи, говорит, оно нажмется, то есть акупунктурное лечение называется. Не делайте больше этого. Рассказали команду, скинули, все, кончилось. Так, за стол. Платочки, все? Да. Давайте. Тимофей не наклонял голову, потом подними голову, чтобы тебя папа видел, что ты... Вот одно удовольствие, когда работаешь, у тебя как здесь так. Я не понял, подожди, нет. А почему не так? Давайте туда. Так, ну, тогда надо этот... Сейчас газетки, подождите, газетки, будете понемножку все нести что-нибудь. Мальчики, подожди, мальчики. Мальчики, сюда идите, сейчас нести будете. Мальчики, я буду. Так, подожди, это... Мальчики, газетки раскрывайте, вон, несите. Сюша, давай. Да, вот газетку. На, неси. Газетку расстелишь, постелишь. Нам давай со всеми тяжелым, моим шкафником. Давайте я. Вот этот надо, Никита, неси вот эти. Она тяжелая. Я могу. Да, Никита, несите. Подвиньтесь. Так, папа, бери вон. Садитесь, пожалуйста. Нет, маленький. Дайте мне тазик. На, тазик, на, тазик. Вот это мне? Неси. Так, Ваня, на, дай. А там что? Там хлеб. На. Дайте мне. Он тяжелый, Ваня. На. Нет, на. Для меня. Маша, на одну бери. Так. Да она легкая. Этот, Тимофей. На, вот эту вот. Так, девочки, а, столы выйти. На, вот эту аккуратненько так завернуто, неси. Неси. Вот так, не так? А вот так, чтобы не опрокинул. Все, идите. А нам чего нести? Фартуки. Так, фартуки вам надо. Подождите. Что за там,